Казанский федеральный университет подано свыше 100 тысяч заявлений от абитуриентов. О своем намерении поступить в университет объявили 31 тысяча человек. Какие направления остаются самыми популярными? И не только в нашем сюжете. Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, сегодня последний день приема заявлений в КФУ в рамках общего конкурса на бюджетные места бакалавриат, специалитет, магистратура. Приказ о зачислении на целевые и льготные места будет опубликован 6 августа. Основной приказ по поступлению на бюджетную форму обучения на программы бакалавриата и специалитета 17 августа. Также он поведал, в какие институты подают больше всего заявлений и какие из них являются наиболее популярными. Самые популярные институты на сегодняшний день остаются также Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений, Институт экономики и управления, Институт психологии и педагогического образования. Александр Бибик отметил, что самым возрастным абитуриентом Казанского университета на данный момент является 72-летний поступающий. Свое заявление он подал в магистратуру Института социально-философских наук и массовых коммуникаций на направлении теология. А к самым юным абитуриентам относятся 17-летние поступающие. Их насчитывается более 5000. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.